звездочки театра «Сим-Сим» пришли поприветствовать самых спортивных. В парке «Ривьера» субботним утром собрались те, кто уже прошел спортивные испытания в районах и вышел в лидеры. Таким образом начался финальный этап соревнований. Даже если в семье двое или трое детей, по положению соревнований участвовало только три человека – мама, папа и один ребенок. Другие члены семьи, как группа поддержки. Организаторы уверены, участие в районных и городских соревнованиях укрепляет спортивные традиции сочинских семей. Мы дружные, спортивные, подвижные, любим активный образ жизни, активный отдых. Так что это мероприятие для нас. Необходимо было выбрать из участников финальных соревнований ту семью, которая отправится защищать честь города на краевом этапе состязаний. Конечно, участникам нужно было проявить упорство и смекалку, стать лучшими в прыжках в длину и на скакалке, отличиться в дарсе и спортивной викторине. Необходимо показывать своим примером не только нашему городу, но также всей Кубани и России о том, насколько мы готовы сами, как жители этого города, вести здоровый образ жизни. Ведь здоровый образ жизни, мы все понимаем, это залог успеха во всех начинаниях. В итоге победила семья Авдеевых – Ольга, Дмитрий и Маша. В октябре они поедут в Краснодар, где развернется нешуточная борьба между командами 44 городов края. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.